Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я, Оля. Мой канал «Обзоров крючком». Рада приветствовать новичков, а также постоянных зрителей на своем канале. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Я специально взяла ниточки потолще, чтобы показать вам всю прелесть данного узорчика. Напомню, как всегда, вы можете брать совсем любые ниточки, какие захотите. Узоры универсальные, подойдут под любую пряжу. Я сегодня буду работать с ниточками Yarnart Jeans. Вот так вот они выглядят. Палитра у них богатая, как бы это не реклама, но просто хорошие ниточки. Это получается 50% хлопок, 45% полиакрил. В 50 граммах находится 160 метров. И нам советует производитель, берите крючок 3,5 миллиметра. Я вначале взяла вот такой вот крючок. Да, удобно вам, неудобно таким вязать. Оказывается, он 3 миллиметра, поэтому я взяла свою рабочую лошадку 3,5 миллиметра, то есть как рекомендует нам производитель. Будет у меня сегодня два цвета. Вы можете тоже на свое усмотрение брать. Либо один, либо два, либо три, четыре и так далее цветов, как вашей душе заблагорассудится. Ну что, свяжем? Итак, давайте начнем с темненькой ниточки. С темно-коричневой. Вы начинаете их с любой, с какой захотите. Если коричневый цвет вам понравился, цвет получается 70-й. А розовый, нежно-розовый цвет будет у нас цвет 18-й. Итак, узорчик несложный. Раппорт узорчика равняется 5 петелькам. Я, получается, наберу 6 раппортов, это 30 петелек. И еще дополнительно возьму 4 петельки, чтобы узорчик красиво закончился. Итого я наберу 34 воздушные петельки. Вы набираете, сколько вам удобно. Итак, вначале мы делаем петельку фиксации. Все как всегда. Теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот, будущий образец. А теперь смотрите, обязательно нам сейчас необходимо будет присоединить вторую нашу ниточку, да, пусть это в моем случае будет розовая ниточка. Вот, то есть вначале я ее так вот зафиксирую, чтобы она у нас никуда не делась. Так. Держу ее с собой вместе. Теперь смотрите, я буду провязывать, получается, коричневой ниточкой, а розовую я буду тянуть за собой. Смотрите внимательно. Сейчас я сделаю 2 петельки подъема, провяжу вот так вот вместе. Раз, два. Теперь считаем вторую петельку от крючка. Раз, два. Ныряем опять в эту же петельку аккуратненько. Вот так вот все вместе захватываем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, шагаем в каждую петельку нашей цепочки, то есть все как всегда, и за собой тянем розовую ниточку, вот в моем случае розовую. И провязываем столбики без накида. Видите? Шагнули в петельку, розовенькая со мной. И я как бы ее ввязываю. Она у меня пока не принимает участие в вязании, но это необходимо сделать именно сейчас. Вот, и таким вот образом провязывайте, сами себя контролируйте. Если я, получается, набрала 34 воздушные петельки, у меня должно получиться 34 столбика без накида. Понятно? Вот. И розовенькая, видите, она прям вместе со мной идет. Она ввязывается. Все, давайте вот так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Итак, смотрите, вот наш первый ряд готов. Все ровненько, все аккуратненько. Так, вот наша розовая ниточка, которая идет вдоль всего вязания с нами. И как мы заканчиваем ряд? Получается, вот в последнюю, получается, петельку, да, воздушной нашей цепочки, мы вводим крючок, вытягиваем коричневую ниточку. А теперь внимание, коричневую перед собой делаем вот так вот. Но провязывать, получается, мы будем эти две петельки уже розовой ниточкой. Все, поменялись на розовую ниточку. Можем коричневую подтянуть. Все, она зафиксирована. Воздушная петелька, поворот. И теперь мы будем вязать розовой ниточкой. Но точно так же мы будем протягивать вместе с собой коричневую ниточку. И опять же, вязать будем, смотрите как, мы будем вязать за переднюю стенку. То есть у нас петелька, сейчас провяжу, покажу. Столбик без накида. Вот, смотрите внимательно, видите? Если посмотреть сверху на петельку, такая вот капелька, да? Вот, мы все время провязывали, сами вот так вот брали, чтобы у нас было две стеночки. А сейчас мы будем брать только лишь за переднюю стеночку, понятно? И провязывать мы так будем весь ряд.
То есть ниточка коричневая с нами идет. Мы ее положили вдоль нашего ряда и провязываем. Итак, передняя стенка, столбик без накида. Передняя стенка. Это очень важно в дальнейшем для вашего узорчика. Дальше столбик без накида. Аккуратненько, не торопитесь, потом приноровитесь, и у вас получится. Видите, передняя стенка, столбик без накида. Передняя стенка, столбик без накида. Понятно? И коричневая ниточка вот тянется вместе со мной. Все, давайте до конца ряда, несложно, в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы провязали второй ряд. Так, ровненько, аккуратненько. Заканчиваем опять же розовой ниточкой. То есть мы ввели крючок в последнюю коричневую петельку, получается, да? Коричневая вместе с нами ниточка идет. Вытянули розовую, понятно? И смотрите, розовую ведем на себя и провязываем две последние петельки коричневой ниточкой. Понятно? Все, переключились на коричневую ниточку. Воздушная петелька, поворот. Теперь будем провязывать, значит, наш узор коричневой ниточкой. Розовую точно так же тянем с собой. Понятно? Несложно. Итак, нырнули в первый столбик, провязали столбик без накида. Есть. А дальше будьте внимательны. Получается, мы должны будем провязать следующие два столбика, но не за розовые петельки. Смотрите, а опускаемся вниз. Вот наши коричневые петельки. Вот эта петелька раз нам необходимо будет. И вот эта петелька 2. Поняли, да? Это задние петельки. Мы провязывали за передние, а это задние петельки. Поэтому делаем накид. Так, накид коричневой ниточкой. К коричневому ряду опускаемся. И вот за петельку, которая была задняя, теперь она у нас будет передняя, да? Вводим крючок, провязываем столбик с накидом. Раз. Точно так же второй столбик. Столбик с накидом. 2. Ниточка розовая идет у нас за нашим узорчиком. Она просто лежит на розовых, получается, петельках. Ничего с ним делать не надо. Пусть пока лежит. Потом мы это все дело красиво закроем. Получается, мы сейчас две розовые, получается, петельки пропускаем. И следующие три петельки провязываем точно так же за переднюю стенку обычными столбиками без накида. Раз. Два. И три. Понятно? То есть должно получиться вот так вот. Дальше опять смотрим внимательно. Дальше смотрите, наши коричневые столбики. Раз, два, три. Мы их пропускаем. И следующие вот эти вот раз столбик, так, петелька. И два коричневая петелька. Будем за них провязывать столбики с накидом. Итак, смотрим. Накид. Опускаемся к петельке. Провязываем столбик с накидом. Раз. За переднюю петельку и 2 за переднюю петельку. Угу. Опять узорчик у нас идет как бы спереди. Дальше получается сзади опять 2 розовые петельки пропускаем и в третью получается петельку за переднюю стенку провязываем точно так же столбики без накида. Раз, 2 и 3. Угу. Вот так это выглядит с этой стороны. Вот так это будет выглядеть с обратной стороны. Видно, ниточка лежит вдоль розовых петелек. Но потом мы их закроем. Несложно? Несложно. Вот так вот чередуете. Опять пропускаете 3, получается, коричневых столбика. Следующие 2 столбика провязываете вот такими вот столбиками с накидом. Потом 3 обычных столбика без накида. 2 столбика с накидом, 3 столбика без накида. И так до конца ряда. Договорились? Давайте, несложно. Посмотрим, что в итоге у вас получится. Встречаю вас в конце ряда. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получилось. Провязали мы рядочек с нашими столбиками с накидом. И я уже переключилась на розовую ниточку, так же, как в предыдущих рядах. Делаем воздушную петельку, поворот. И точно так же провязываем первый наш столбик столбиком без накида. С собой теперь будем тянуть коричневую ниточку. Есть. Далее, точно так же, вот у нас розовый ряд. Мы спускаемся к розовому ряду. Вот они, 2 столбика. И мы точно так же провязываем за переднюю петельку. Провязываем столбики с накидом. Раз столбик с накидом. Два столбик с накидом. А следующие, получается, вот наши 3 столбика, которые идут коричневые, за переднюю стенку беремся и провязываем столбики без накида. Понятно? Несложно. Повторение предыдущего ряда полностью. Опять накид.
Вот наши два столбика. Опускаемся к столбикам и точно так же захватываем за переднюю стенку и провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Следующие, видно, да? Три столбика идут. Вот 1, 2, 3. Коричневая ниточка за переднюю стенку. Провязываем 3 столбика без накида. Все, вот прелесть вся узорчика. Как вам? И вот так вот вы должны будете перемещаться, получается, розовой ниточкой провязали, обратно коричневой, розовой, коричневой, розовой, коричневой. Получается, узорчик состоит всего лишь только из одного ряда, видите, да? Вот у вас с одной стороны это будет коричневое, а фон будет розовым, а с другой стороны у вас будет розовый узорчик, фон будет коричневый, понятно? Давайте сделаем образец, вырастим на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень и очень красиво. Не сложно? Если что, перематывайте назад. Смотрите. Договорились? Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу у нас получается, какая сторона розовенькая, да? И она рельефная, видите? Объемные такие полосочки. И как бы вдали, да, задний фон коричневый. Совсем-совсем не тянется. Узор очень плотный. А теперь вторая сторона. Смотрите, кому какая больше понравится. Здесь получается сторона коричневая, так? И в ней получается фоном, наоборот, розовые вот такие вот маленькие-маленькие тоненькие полосочки. Какая вам больше сторона нравится, пишите. А также вы можете, в свою очередь, использовать любые цвета, любую цветовую палитру. Вы можете фон менять. У вас может быть фон разного цвета, да? То есть основные вот эти вот столбики у вас могут быть одного цвета, а также могут быть разными. То есть это на ваше усмотрение. Можете и остаточками вязать. Можете и основные как бы брать цвета, да? Там 2-3 цвета. Смотрите, очень интересные, я так думаю, узорчик для чего? Костюмчик, кардиганчик, да? Кофточка с юбочкой. Помните, я недавно показывала плотный узорчик, и многие девчата сказали, что будет очень классная юбочка. Помните, такой был узорчик? Вот. Ссылочку на него я оставлю здесь, кому будет интересно, посмотрите. И еще в копилочку ваших узорчиков вот такой вот будет узор. Да, плотненький. Если вы сделаете его с тоненьких летних ниточек, это будет очень интересный и двусторонний, смотрите, топик, маечка ли, да? То же самое, кофточка ли, кардиганчик, двусторонний. Угу. Может быть, вы захотите сделать, может быть, шарф, снуд и так далее. Тоже двусторонний, под настроение. Захотели одну сторону, захотели другую сторону. Согласитесь, здорово, да? Единственное, что, да, узор, получается, не тянется. Узор очень плотный. Вот такая красота. Давайте замерим. Я, получается, набирала 34, да, воздушные петельки. Если это же плотность вязания, такая же пряжа, которую я вязала, и такой же крючок, то это получается, ну вот, 16 сантиметров. С небольшим хвостиком 16 сантиметров. А здесь у нас получается каждый ряд новый цвет, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну-ка, конечно, видите, столбики же маленькие, невысокие, поэтому, видите, всего лишь только 10 сантиметров. Но в любом случае, видите, кто вязал таким узорчиком, пишите в комментариях. Кто не вязал, забирайте себе в копилочку. Здорово? Здорово. Надеюсь, видео вам сегодняшнее понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Также нажимайте на колокольчик, чтобы новинки эти не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. А также сохраняйте себе в плейлисты. Плюсик нажимайте под видео и посмотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.